2 числа задержали преступника. Расскажите, как это было? Ну, как это было? Мы после работы вышли попить чая с другом, со вторым клоуном, Олежкой. Вот. Стояли, пили чай, разговаривали так, ну, о своем. Вот. И смотрим, такой парняга бежит, такой тоже улыбается, как мы. Вот. Пробежал мимо нас. Мы сначала так не придали никакого значения вообще этому, что, ну, просто человек бежит. Бежал быстро? Не, не быстро. За ним так же самая девушка бежала, вот эта, которая украли телефон, она тоже за ним такая тинь-тинь-тинь-тинь-тинь, такой вот понночка. Вот, она бежала за ним, потом она увидела, что мы стоим за углом, потому что у нас здесь эта серая будка стоит, типа кассовая, вот. И она нас сначала не видела, потом она увидела уже нас и такая: ребята, помогите. В общем, ну, что делать? Она говорит, моя реакция. Симпатичная девушка кричит: помогите. Вот, в общем, я помог ей вместе с Олегом. Побежали за этим парнем. Вот, он уже забежал за Золотой Дюк. И он уже, ну так, еле-еле притаптываясь, уже понял, что она его не догонит, потому что был, ну, снег лежал, хороший лед был. И, ну, она была на каблуках. И понятное дело, что девушка на каблуках никогда в жизни не догонит парня, который бежит в спортивной обуви. В общем, мы его задержали, закрутили, заломали, как все дела. Он сопротивлялся, может, ну, сопротивлялся, да. Он хотел вытащить шокер и, ну, лупануть нас им. Вот. Но мы предотвратили это. В общем, он нас не ударил шокером. Положили его на пол. Вот, и такая фраза от нас прозвучала: тебя задержали клоуны, вот, и улыбайся. То есть, да, это так и было. Мы его задержали, еще пытались с ним как-то шутить. Вот, он, конечно, там дергался, то есть, ну, сопротивлялся. А так, в общем-то, ну, ничего такого. Мы с ним пытались шутить, чтобы немножко как-то эту обстановку немножко сгладить, чтобы он не переживал так сильно, потому что он был на таких эмоциях, что, ну, капец просто. Он понял уже, что все уже. Ну, на вас он кричал, как-то ругался, может быть. Ну, матом точно не ругался, потому что боялся. Я такой мальчик 100 килограмм, лучше так не делать. Вот. Хорошо, откуда навыки такие? Ну, то есть все равно скрутить, да, нужны умения какие-то. Я занимался спортом, я 8 лет занимался карате, ну вот. А потом вот еще в армии, в армии отслужил. Мы одесситы, мы должны быть все вот в одной кучке, мы должны быть одним кулаком. Пускай как бы где бы ни было, что бы ни говорили, вот, какой бы у нас там ни был менталитет, я скажу так: Одесса – это Одесса. Вот. И каждый, кто живет здесь, молодежь, да, пускай там старики, я уверен на все 100%, что каждый бы из одесситов поступил бы так же. То есть, ну, тут плохой человек, хороший человек, он все равно поможет, как ни крути, потому что, ну, это у нас внутри. Вот. А должны ли помогать? Да. Да, потому что если, ну, если мы не будем друг другу помогать, мне кажется, что все так и пойдет вниз. Вот.